Это Турция, середина ноября, а мы по-прежнему все время купаемся. Как я и обещал, что здесь будет в точку Б, когда мы приедем из точки А в точку Б автостопом, то будет на 20 градусов теплее. Вот здесь прямо, вот это море просто покупается здесь, не хочется выходить из воды. Ну, а мы, как видите, ходим в плавки, купальники, мы здесь купаемся. Это второе грандиозное море, которое мы встретили по пути исследования автостопом. На пути у нас встретились два мира, это было в Грузии, мы там были. Там, конечно же, стало холодать, но прошли мы границу разделения двух миров, это таможня, город Батуми, и попали в совершенно другой мир, это Турция. И проехали еще 2500 километров, мы попали вообще просто совсем другой мир, где не только разделение тысячами километров, но еще и температурное разделение. Да, на 25 или на 20 градусов теплее, чем, не знаю, в других местах. И здесь по пути исследования мы также встретили виноградники. Потом это там, где-то на севере Турции. И здесь мы встретили авокадники, то есть там, где растут авокадо. Гранатники. Гранатники, там, где растут гранаты. И мандаринники. Там, где растут мандарины. А еще апельсины растут, но они будут более зрелшими, чуть-чуть попозже. Однако же и сейчас есть. Также здесь шикарнейшие рынки, на которых есть все. Все рынники вкусное. Встретили. Да. Один из рынков сегодня ну, неважно. Смысл в том, что он у нас сразу под нашим домом, где мы сейчас сняли и живем. Вот там покажу потом. Так что вообще здорово. Путешествовать автостопом здорово, а по сыроедным местам путешествовать еще здоровей. Ну да, сыроедным автостопом.